За последние несколько лет товарооборот между странами-участницами Содружества независимых государств снизился почти на 20%. Причина тому – глобальный финансовый кризис. Как улучшить работу в рамках таможенного союза? В Шымкенте на совете руководителей таможенных служб обсуждали делегации стран СНГ. Они говорили о взаимодействии, вопросах контроля таможенной стоимости товаров и о защите прав на объекты интеллектуальной собственности. Как отметили участники совещания, решение этих вопросов откроет новые возможности для предпринимателей, а значит, позволит значительно увеличить товарообмен между странами. Мы пытаемся оптимизировать и за счет создания более легких условий, все, что хотят, увеличить оборот. Безусловно, то, что мы разговаривали, это унификация наших подходов, информационный обмен, это же все работает на упрощение.